Уфо это дисквалификация, а вот у первых двоих травмы. Мы отметим, что Пау Торрес восстановился после травмы. И, кстати, заработал пенальти сегодня. Именно после его удара головой мяч попал в руку Виктору Диасу. Пау Торрес 3 матча пропустил. Игру с Кадисом, игру с Вильяреалом и игру против киевского «Динамо» в Лиге Европы. Жерар Морено, красиво! Гол! Вот это разобрался Жерар!